Всем привет! Вещаю я из своей холостяцкой квартиры Супер Стаса. Сразу почему-то хотел сказать адрес, но не суть. Сегодня у меня игривое настроение в таком немножечко красном расслабляющем цвете. Я хочу поздравить сегодня свою подругу близкую, Наденьку. Поздравить, наверное, все-таки не как с 8 марта, а больше сделать такой небольшой презент, приятность, потому что человек сейчас готовится к соревнованиям. Кто помнит, что это такое, достаточно такое настроение не айс, нельзя то, нельзя это. В общем, все по расписанию, по распорядку, достаточно загружено. Надо расслабить человека и подарить ей нижнее белье. Нижнее белье я заказал у Настеньки Шуберт. Я ссылку оставлю вам в описании. Она не так давно стала заниматься бельем, так что у нее очень хорошие цены. И она обязательно вам сделает небольшую, но приятную скидку к дню 8 марта. Вы сможете порадовать своих близких вам женщин с этим прекрасным праздником. Так что, а сейчас я, кстати, хочу спрятать телефон, поставить. И посмотреть на реакцию Надежды, как она отреагирует на мой подарок, потому что она о нем не знает. Она догадывается, что я хочу подарить что-то ей 8 марта, но про сегодня она не знает. А сегодня, я напомню вам, 5 число. Вроде бы. Блин, Надежда приехала, вот такие шарики. Вот такой подарочек. Надежда уже поднимается по лесенкам, все очень быстро, прям вообще на скорости. Вот такие шарики, вот такая коробочка оригинальная, с птичками, не помню, забыл даже, как они называются. Внутри у нас красивое нижнее белье, но я обязательно вам его покажу, надеюсь, на Надежде. Вот такое кружевное, белое, с трусиками. Еще хочу показать вам один прикол. Это не первый комплект шариков, вот, висит второй. Он у меня улетел прямо из рук, у подъезда, теперь он за окном. Тоже считается, как, наверное, тоже небольшой подарок для Надежды. Так что сейчас я прячу телефон и жду ее реакцию. Привыкну, что у тебя лестница как-то через это. Ну что это? Ну ты открывай. Там не выскочит ничего, тут же такой. Оттуда или откуда? Оттуда. Никто не выскочит оттуда. Да мало ли. Видишь, я его права. Красиво. Угадала с размером? Да. Понимаешь? Да. Вообще. Так что жду Настеньку, блядь. Настеньку, блядь. Сука!